Здорово, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим Iceless Heroes, продолжение знаменитой режущей головоломки, уступающей разве что первопроходцу Fruit Ninja. Для тех, кто не играл, поясню, что основная задача — грамотно подрезать доску, по которой перемещаются сюрикены так, чтобы бамбуковая шкала сократилась по красную ленту. Если ты захочешь обрезать кусок, на котором есть звезда, у тебя этого просто не получится, а попав по сюрикену, ты проиграешь. Но это не единственная сложность. По мере прохождения уровней будут появляться новые препятствия, вроде металлических преград, не дающих резать все, что не попадя, или бамбуковых сюрикенов, не позволяющих также отрезать кусок, на котором он находится. Благо, можно использовать накопленные или купленные бонусы, вроде бомб, уничтожающих по сюрикену, щиту, защищающему от одного попадания по звезде, или огненной катаны, дающей возможность рубить металлические преграды. Отрезав большой кусок за раз, будут выпадать золотые статуэтки, попав по которым, время будет замедляться, позволяя грамотнее нашинковать доску. Интересным нововведением стали боссы, каждый из которых обладает своими умениями. Кто-то восстанавливает доску, кто-то бросает дымовые бомбы, скрывающие звезды, а кто-то постоянно ставит металлические преграды. Игра работает без интернета, но накопление потраченных зарядов для прохождения уровней требует подключения. Так что либо собирай, либо покупай, либо ожидай. Iceless Heroes — это великолепный таймкиллер с 200 интересными уровнями, множество мини-игр и бонусов. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай про пропущенное видео. До завтра!